Всех приветствую, дорогие зрители и подписчики, еще раз. Новый день, я тебе очень рад. Все, я закончу приготовление к очередной миссии Dead Complex 10 из 10. Значит, чего у меня поменялось в фите? Это все тоже Михаил Ломоносов с тем же набором ригов. Вот, ну, на самом деле, не такие уж и недорогие, но все-таки не хочется каждый раз их выковыривать и менять на новое. Очень не хочется. Значит, чего у меня здесь есть? Давайте. У меня есть модуль Sensor Booster, который увеличивает дальность захвата цели. Собственно, чем мы будем пользоваться? Отстреливать наших врагов где-то вот там на 120-124 километрах. Нам должно хватить за глаза. Что у нас еще? У нас тут остался один Missile Guidance Computer с Precision Scriptom. Тут мы будем уменьшать сигнатуру, простите, радиус взрыва наших ракет. Я поменял реактивный, как он там называется, правильно, реактив Arbor Hardener на чемоданчик Damage Control, Т2. Вот, я это сделал на всякий случай, если у нас опять пробьют до структуры, чтобы мы испытывали немножечко меньше дискомфорта. Дронов я поменял на центрей, объясню почему. Там по дороге у нас будет ситуация, когда будет очень-очень-очень много всякой мелочевки. И вот эту вот мелочевку очень хорошо отстреливают центри. Гораздо лучше, скажем так, чем любые другие средства их отстрела. Вот. Минус всего этого безобразия, мы будем на некоторое время обездвижены. Я не знаю правильного ответа, честно скажу, не знаю. Но все-таки вот, скажем, центрики, они дают надежду, что мы их отстреляем достаточно быстро. Ну, собственно, все. Я не знаю, что еще вам рассказать. Те, кто не смотрел прошлое видео, я напоминаю, три баллистик контроля, Т2, круиз лончеры. Соответственно, те самые флотские фракционные ракеты новичные, колдари, ларж капаситор контроля для того, чтобы обеспечить капостаб. То, что у нас здесь нет капостаба, это потому, что имеется в виду, что постоянно активен вот этот модуль, но прыгать ларж микроджампом мы будем достаточно нечасто. Вот. Ну, про остальные модули вы знаете, две батарейки капочарджера стоят, ну, собственно, и все. По дамагу, мне кажется, может быть, даже лишнее. В каком-то смысле я взял вот эти вот EM Hardener, ну, потому что не настолько сильно там на самом деле бьют. Может быть, имело смысл, там, не знаю, батарейку поставить и сюда, например, вместо этого ЕМа, и сюда какой-нибудь МВД, например, микроварный драйв. Ну, опять же, если он полезет, конечно, по ЦПУ или другим каким-нибудь характеристикам. А так, в общем-то, все. Все то же самое, что было на миссии, все то же самое, что вы уже видели. Вот. Ну что, давайте лететь. Минус именно вот этой миссии. В обычных условиях я бы, наверное, даже не стал рисковать, потому что экспедиция выпала мне в системе, где находится торговый хаб. То есть народу здесь летает достаточно много разного. Не всегда здесь все синие, нейтральные. То есть, скажем так, есть вероятность получить немножечко по голове, по другим местам. На дорогу у нас ушло 4 минуты. Давайте сейчас посмотрим, чем отличается вот такая ракета от Фьюрика. 264, если помните, у Фьюрика было там 490 или что-то такое. Так, 264. Включаем наш компьютер. Уменьшаем радиус взрыва и получаем 220. Ну, тоже немало, на самом деле. Так.
Я думаю, что все, можно все активировать уже совершенно смело. Из того, что у меня тут, у меня стоят два мобайл трактора, значит, они мне нужны, если там какой-нибудь трусанша появится, это будет очень круто, и я его залутаю. Вот. Ну, может быть, не залутаю, все, давайте даже. У меня есть мьёльниров. Мьёльниров многовато, на самом деле. Можно было взять немножечко поменьше их. Ну, пускай будет сколько есть. Три колдарина Витам, порядка 3000 у меня было, я часть из них зарядил, поэтому осталось то, что осталось. Ну, вот, собственно, все. Мы готовы воевать. Ну, кто не готов воевать, извините, мы не виноваты. А, да, важно. Модуль этот, Targeting Range. Так, что такое? Вот опять Ева тупит. Ё-моё, я не могу открыть меню фита корабля. Почему? Почему это происходит? Какой-то ужас просто. Ходи из игры. Ходи, пока не прилетел. Вот что это за... Чё, убивать за это надо. Я уверен, что техподдержка CCP мне будет втирать опять очки о том, что у меня говно провайдит. Извините, если на... Если до сервака CCP средствами их диагностики, уже ладно, там, мои кривые руки мы оставим, там... Но мы не видим никаких потерь, затуханий, еще чего-то. Говно у вас, провайдер, мы хорошие. Мы хорошие, вы говно. За руку. Ладно, извините мои эмоции, но я просто не могу уже. Такая позоруха. Так, вот они мы, да? И сразу же отпрыгиваем эти чертовы матери прямо в направлении, куда морда корабля смотрит. И где мы отпрыгиваем? Почему мы не отпрыгиваем опять? Вот что это такое? Как вот в это играть? Как не работает? Солид, нахер корабль пустился. Да. Подожди. Ага, теперь прошла команда. Ну, замечательно. С сотого раза. Ну, правильно, сотовая связь работает с сотого. Вот объясните мне, что сейчас происходит. Потому что я не понимаю. Вот мой корабль, очевидно, отпрыгнул. Вот объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь, что происходит. Я уже чистил кэш, я переустанавливал клиента, я делал разные там диагностические хренотени. Объясните мне, пожалуйста, что происходит? Почему не происходит захвата цели? Что происходит опять? Все, ладно, я лечу на станцию, это невозможно. Попробуем записаться в другой раз. Это просто ужас какой-то. Итак... После некоторого перерыва, в надежде на то, что глюки все-таки исчезнут и мы спокойно пройдем эту экспедицию, я не знаю, чем это закончится, потому что на экспедиции написано, что ей осталось 3 часа, если глюки будут повторяться, то я не знаю, как долго мы будем ее проходить, вообще пройдем, не сольемся ли мы по дороге, потому что все абсолютно возможно.
сейчас все нормально. Почему тогда глючит? Я не понимаю. Что-то новенькое. Кстати, еще из новенького, посмотрите. Модуль Damage Control стал пассивным. То есть он перестал есть ваш конденсатор. Не знаю, насколько это хорошая новость или плохая для вас, но вот теперь это так. Новая озвучка появилась. Теперь вот лопающиеся сюда переозвучены. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо тоже. Ну что, давайте с таймя постоим, что ли. Выкинем сентри и попробуем побыстрее все это отстрелить. Вроде как сильно там нас не бьют. Так, ну все, средненьких отстреляли, сентри можно прятать. Вот, ну зачем мы двигаемся в обратную сторону от нужного нам направления, я думаю, вы догадываетесь, что 30 километров этот корабль пройдет гораздо быстрее, чем 70. Соответственно, мы сейчас доберемся до 100 километров от этой цели, попутно отстреливая всякую вот эту ерундистику. Пока все еще 3 часа. Ну, я думаю, что мы успеем все-таки сделать, если тут не налетят пираты. Так, вот что это такое новое тут появилось. Блин, сплошь какие-то нейтралы. Черт побери, ненавижу, когда аномалии падают вот в этих хабах торговых. Это реально песец. То, что мы не успеем всех этих господ отстрелять, это даже хорошо, потому что тем меньше времени нам придется тупо стоять, дожидаясь, пока восстановится вот эта хренаки. Надо, кстати, прокачать ее получше, потому что... Так, а что там за скилл такой? Так, requirements, микроджамп, только троечка. Да. Никто. О, навигация. 3 дня, блин, 4 его качать. Гадство. Ну как, что там будет? А давай на все. Опера! Так что теперь у нас Jump Drive наш будет очень быстро восстанавливаться. Так, что у нас тут? 88 километров. Ну хорошо, почти. Так, я не понял, ты что, не сдох?
Зараза. В задницу долбанул таки последний раз. Вот, эту хренотинью убивать не буду, ну, на случай, например, если красные налетят, но вот пусть они через нее летят, потому что микроджайм-драйвов у них, скорее всего, нету, они на МВДшке летают. Ну и, соответственно, хреновина это их немножечко заметит, я полагаю. Ну, если вдруг там захочется не добраться мало. Знаете, бывают такие ситуации, когда кто-то вот хочет до вас добраться. Да. Ну, что поделаешь, бывает. Хочется. Давай. Ну вот, красный в системе, вот падла. Улетел, ну и пошел уже. Терпеть их не могу. Так, вот эта жизнь. Мешают честному крабу заработать копеечку. Ну как-то, как им спится вообще по ночам? Ну? Так, я не понял. Открыть огонь. Не, можно, конечно, сейчас прыгнуть, но тогда вот эти товарищи, находящиеся от нас, я бы сказал, достаточно близко наступают. То есть они не более чем 20 километров отсюда. Но они начнут больно бить просто нас. Ничем хорошим для нас это не кончится. Могут еще и броню подавить. Зачем нам надо такое счастье? Проще пусть они подойдут, вот, и на расстоянии их отстрелять быстренько. Жик-жик-жик, оу, носи готовенького, жик-жик-жик, оу, то на новенького, кто на новенького, так, тут такой.
Ну, собственно, все. Остается отстрелять линкоры и не париться. Вот. Что интересного я подумал? Во-первых, я сделал для себя вывод, что два вот таких Hardener, в общем-то, делать бесполезно. Вот этот модуль можно было бы использовать сенсор Amplifier вот здесь, а сюда воткнуть еще один Missile компьютер. Таким образом, можно было бы сейчас уже стрелять фьюриками по линкорам и так существенно больше урон им наносить, нежели фракционными снарядами. Так, фракционов сколько нам понадобилось? Порядка 2000, да, ну, надо понимать, что так, весомая часть из них ушла на отстрел всякой мелочи. Но при всем желании, как бы, вот, мелочь она такая. Ну, вот это вот то, что пришло в голову по моим наблюдениям. Вот, напишите в комментарии, может быть, вы что-то заметили, там, как, какую-то свою модификацию хотите сделать для других, да. Ну, я соглашусь, да, что можно, например, вместо двух вот таких модулей там воткнуть один Т2 ларж-капаситор, да, там это может сделать корабль капостабильный. Может быть. Ну, опять же, имеет ли смысл? Тут единственное, чтобы я увеличивал, наверное, это урон. Вот, а сделать урон больше я не представляю уже как. Если только четвертый баллистик контроль, но это максимум там плюс 50 ДПС лишний. Можно сюда, конечно, воткнуть дронов или тот самый усилитель, но он тоже так, не сказать, что прямо сильно повысит. Так что не знаю. Не знаю. Надо думать. Не знаю, может остановиться и дронов выкинуть. Что думаете? Давайте остановимся. Остановимся, выкинем дронов. Ну, на самом деле, 100 ДПС прям такой ощутимой погоды нам не сделают, а вот по дамагу мы начнем проседать очень быстро. Так что я не уверен, что хорошая идея это остановиться и подождать, пока Нигис подойдет ближе. Насчет того, что можно было бы там поставить дрон-линк, да, там, типа там можно начать наводить дронов уже на свою цель. Беда в том, что у дронов тоже есть оптимал эффективный, оптималы фолов, да, и в сумме, по-моему, они у меня где-то километров 50 составляют без усилителей. Но делайте выводы сами, в случае. Но опять же, можно вот... С учетом, что этот модуль бесполезен, да, я думал, что у нас опять добьют до структуры, но оказалось, что нет. Два вот таких EM Hardener все блокируют прекрасно. Вот. Я не знаю, слышно, нет, там соседи опять золото нашли в стенах. Добрый там что-то. О, ну что можно делать? Можно вместо вот этой хреновины поставить, там, не помню, какой-то там компьютер для дронов, честно говоря. Такое счастье, что сегодня ничего не тупит. Прям радость. Боюсь сглазить, если честно. Omni Directional Tracking Link, по-моему. Вот он, да. Вот, прикольная штуковина, можно скрипты на увеличение дальности поставить. И таким образом от дронов будет немножко больше пользы. Но тем не менее, я вот убеждаюсь, что в случае турелей вот эти вот увеличители расстояния критичную какую-то роль не играют. Не сильно повышается дамаг, не сильно.
Нет, все-таки плохая, плохая идея стоять. Ведь как только они подошли достаточно близко, тут же начался такой мощный урон. Ну, какое-то время в движении мы еще сможем потанковать. Вот. В крайнем случае мы всегда можем отпрыгнуть. Да, потеряем время. Что ж поделать? Что ж поделать? Жизнь дороже. Так что вот так. Вот лишний раз убедились, что стоять — это очень плохая идея. Ох, напрасно. Еще можно было выстрелить. Ладно. Уже прыгнули. Далековато. Ничего. Ничего страшного. Сейчас мы качаемся. Будет нам хорошо. Будет все хорошо. Ну, немножечко подольше будем делать один кратко. Ерунда. Вот давай, прочь сюда. Надо двигаться к ним навстречу, а то они до нас топить могут очень долго. Нам нужно подойти хотя бы на 124 километра, чтобы мы сумели их залочить. Вот, собственно, нижний бы модуль не понадобился, наверное, если бы у Тайфуна не было сложностей с локом. Тайфун по умолчанию лучит всего 78 километров, и это очень мало. То ли дело какой-нибудь Рейвен, который лучит на 90 километров по умолчанию, и вообще танковой дистанции может. Ему просто по боку, потому что он Рейвен. Но урон вот в силу моих таких ограниченных способностей по управлению колдарской техникой, конечно, или послабее. Вообще без вариантов. Ах, тяжело так. Я бы музыку включил сейчас, если честно. Потому что вот так вот заниматься фармом без музыки... Это вам хорошо, я музычку в конце ставлю под видео. Ну, когда уже монтирую. Я бы сказал, мы достаточно быстро прошли. Ну, почти прошли. Там еще структуру надо убить. Ну, я думаю, что структуру мы убьем вообще без проблем. Как раз структура, мне кажется, будет наименьшей из возможных проблем. Мне не совсем понятно, почему Санша регенит броню. Я понимаю, почему регенит щит. Это я понимаю. Почему броня регенится? Для меня загадка, если честно. Ну, потому что у Санши, как бы, вот, если вы смотрели характеристики их судов, да, то там основной упор на что делается? На щит. Но щит должен быть мощным и хорошо регениться. По идее. Да-да-да, я помню. Обязательно сниму и Найтмар, и Амарскую технику поснимаю. Обязательно. Вот только скиллы качну для них. Вот, потому что у меня, ну, хотя нет, я наверное, соберусь когда-нибудь и амарскую технику цифр, это все в троечку, посмотрим, как она себя ведет. Но. Thank you.
Опаньки. Близковато, ну ничего. Так тоже хорошо. Просто стоим и танкуем. По идее, продавить не должен. Ну, мне так кажется. Я могу ошибаться, но, по идее, продавить не должен. Полный урон наносит. То есть, ну, получается, даже дезистов никаких я ему нету. Так, что-то у нас. Так, вот мы сколько за сегодня заработали-то? Ну, где-то 50 миллионов. Да. Ну что, неплохо, неплохо. Вот сколько мы тут. Сколько мы тут уже торчим? 1 час 20 минут. 50 миллионов только с лута. Ну, плюс сейчас еще 5 упадет вот за эту красавицу. 4 миллиона, простите. Думаю, 5, но 4. Вот. Хочу в империю. Я соскучился за империю. Помните, в прошлый раз нас когда выпили вот эту штуку, с нас там 4 или 6 тысяч слетело. Вот. А всего лишь надо хорошо станковаться от ЕМА. Все. Вот. В упоре, кстати, обратить внимание, структура вообще убивается в момент. Я даже времени не засек, сколько мы говорили, и вот. Вот ее уже нету практически. Давай на всякий случай сохраним место. Маунчо! Вот это кто такой? Я не знаю, давно вообще здесь. Все отлично. Ура! Ой, что это такое? Почему темно? Кто выключил свет? Почему так страшно? Сейчас должен притянуть вот этот контейнер и можно отсюда отваливать. Что-то тоже есть интересного и ничего интересного нет. Ох, ничего себе! Ох, ничего себе! Вот это да! Так, ну все, можно отваливать. Вот, единственное, я, наверное, трактор здесь оставлю. Ну, мало ли, вдруг он что еще найдет полезного. Вот, ну все, значит, по времени все безобразие за него у меня 1 час 23 минуты. Ну, как бы вот... Всем спасибо за внимание, fly safe. Другой раз, наверное, будет другой фит. Пока.